أنت الآن تحافظ على على بناتك على أبنائك ما تدخلهم في المدرسة تجعلهم تعليم مثلا عن بعد فهمت؟ طيب هل تتركهم في البيت بدون دراسة؟ ممكن تأتي لهم بمعلم صح ولا أو تعلمهم وتصنع لهم برنامج أما هكذا هو لا بقي في المدرسة ولا درس في البيت إذن هذا معناه أن أضاع الولد الآن بهذا. То есть как необходимо, когда если мы хотим защитить детей вот от каких-то запретных вещей, как-то в школах, и оставили их дома, то не надо тоже просто их оставлять. То есть необходимо затем уже обращать на них внимание и учить их дома. Если не сами не можем, то приводить учителей. То есть, а если мы это не сделаем, и от школы тоже это оставим, то тем самым мы потеряем просто ребенка, да? أنا أعرف بعض يعني الناس منع أولاده من المدرسة لكن والله أولاده وقت الاختبارات هم أعلى الناس في أعلى درجات نعم я вот знаю некоторых людей говорят которые этот как оставили людей от подобных школ да где есть смешение это и оставили но их обучают сами обучают и эти дети во время экзаменов общих экзаменов они получают самые высшие баллы чем нежели остальные بعدين أيضا أنت تفتح الآن مجال لهؤلاء يتكلموا على الإخوة يقول أنتم تضيع الأولاد لا تعلموا الأولاد لا تقول أنا إذا أخرجت من المدرسة تعلم عن بعد يتعلم يكون أحسن من جميع من في المدرسة صحيح لا تفتح مجال للناس يتكلموا то есть наша вот небрежность в этом она может открыть дверь для того чтобы другие начали говорить о братьях, да, о мусульманах, что вот вы оставили детей от школы, и вот потом они ваши не учатся, не грамоты и так далее, да? То есть нельзя, необходимо наоборот их обучать, вот даже если, как это, да, вот, через интернет, если, да, есть какие-то школы, надо, чтобы они обучались, и чтобы не открывали никакую дверь, чтобы другие могли говорить о мусульманах, да? Аллаху а'лам, лазим яж'аль аль-байт каль-мадраса. Фиха лаухат, дайман, яъни, яктубу, ваджибат, юдаррис. Хуа ядрус ма'хум. То есть, Аллах ведомо лучше, но надо постараться сделать, чтобы дом был как школа, говорит, как школа. Например, повесить доски, да? Повесить доски, давать им домашнее задание, вместе с ними, это, да, заниматься.